Чего не надо? Это Харьков. 18 сентября 2014 год. В Харькове Украина. Мир. Люди просто гуляют, радуются. Продают картины здесь. Всякие художники, умельцы, все остальные. Вот эта церковь. Наш сын сказал, что похоже на пирожное. Там еще что-то. Там где-то же киноакадемия. Это улица красивая. А чего снизу? Мы разве снизу здесь шли? Там работает фонтан. Вон светик. Свет, скажи, в Харькове лучше, чем в Енакиево? Конечно. Спокойнее, счастливее, радостнее, мирно. Можно балакать украинскую, да? Не боячись. Так. Що тебе хтось за це може... Взагалі все українське. Ступеньки навіть вже так. Да, навіть здесь це вічний огонь. Какой-то парк. Вот там продается все украинское. А? Где? А вот еще один купол, да, там часы висят. Вот он. Очень даже здесь прекрасно, приятно. Аллилуйя. Фонтанчик. Это какой-то парк. Почему не живое? Живое растение, а? На шелковицу? Вечно зеленая осень, а оно все зеленое. Класс. Вот еще. А вон оно, дерево. Ну как дерево? А? Красивое? Нравится? А вон оно, дерево. А вот он фонтан. Вот так люди отдыхают. Вот это жизнь. Просто сидеть, наслаждаться тем, что у тебя есть. Радоваться каждой минуточке, каждому дню, правильно, поддерживая. И не пускать в свою голову всякую бредятину. Очень даже ничего. Вот это фонтан. Цветочки. Вот как они балдеют, эти голуби. Вот он сидит, видишь? У них он поливается, и они купаются. Обалдеть. Площадь Конституции, нам сказали, что это в Харькове. Вот так выглядит Харьков. А вот это вот мужской монастырь. Жека сказал. Да. Пойдем дальше по лестнице. Вот сколько их. Голубей. Ага. Там где дешево, да? Класс. А вон машина золотая. Мы сейчас ее сдалека посмотрим, а вон она. Ну да. На голове.
голубь сидит. Вот там стоит золотой лимузин, золотая машина. Это памятник. Ну, щурься, ну щурься. Ну, как тебе тут гуляется, Светлана Ивановна? Лучше, чем? Лучше, да? Даже работает вот какая-то коммунальная машина. Сколько людей? Они, их труд виден, а они сами не видны. Вот эти коммунальщики? Конечно. Потому что город чистый, аккуратный, охайный. А людей, кто это делает, ну, видно, что есть хозяин в городе. Нет, ну как? Вот строится Харьков. Вот стоит три подъемных крана. Где-то стоят краны, строят, а где-то стоят... Державная академия культуры. Вот здесь учится наш сын Женя. На факультете артист театра и кино. Это тоже, походу, культуристы. Вот это Харьков. Вот так выглядит Харьков. Ну как тебе? А вот он музей. Какой музей? Исторический. Исторический музей. Исторический музей. Вот метро. Мы сейчас там поедем. Вот такая фишка.